Ребята, всем привет! Сейчас мы находимся на Киевском рынке, это левый берег. Получается, здесь уже жизнь немножечко налаживается. Здесь есть немного разбитых домов, потому что, видимо, это край города самый. Здесь сильно не бомбили. Сейчас мы вам покажем рынок, покормим собачек. Мы тут рядом видели. В общем, вот. Вот это то, что осталось от Киевского рынка. Ну, тут уже, как видите, складывают вот все, что сгорело, в такие кучки. А вот там дальше будет сам рынок. Яйца по 85. В общем, ребята, на киевском рынке толком ничего нету, потому что там все разбито. Увидели магазин «Матрешка», сейчас зайдем. Ну а я кушаю батончик. Ты как заходишь сразу в «Матрешке»? Ой, как переливается. Переливается. Давай этим пацанам, что на турниках. Вон, Халка возьмем вот этого. А вы с Мариуполя вообще? Да, да. Мы здесь живем. А во время войны где были, тоже здесь? Я тут. Он уезжал. Я уехал. А ты здесь сидел в подвале или? Я вообще дома сидел. Дома сидел? Ну у вас райончик, потому что видите, целый вам. У вас практически. Давай, что? Давайте, это у вас супермат самодельный. Это мой папа своим. Я могу без мата, мне без разницы. А ты что будешь делать? Я топорик могу посырять. А что я говорю, Кирилл? Зовут Кира. Давай, Кира, дерзай. А вы все время здесь сидели, да, с родителями? Да. На районе? Чьяк, смотри! Чьяк! А как? Ну, сгорело тут. Чьяк, смотри! Подожди, отвали от него, пусть. А с кем сейчас живешь? С мамой и с бабушкой. Это была Кира. Рад вас награждение. Итак, первое место у нас получает. Так я думал, что у нас все мальчики, мы купили все пацанечи, но первое место получает Кира. Подарите. Спасибо. Второе место. Как зовут? Артём. И третье место серый. Видишь, там вот черный, белый, еще там вот пять маленьких. Ой, пять или шесть маленьких. Прям они, ну, я не знаю, им вот, наверное, по месяца два-три, наверное. Пошли собаку покормим сейчас как раз. Погнали, все равно делать нечего. Все, давайте, пока. Спасибо. Мат не забудь. В общем, ребята, мы отдали детям корм для собак. Почему-то одну собаку мы решили покормить, а она спала. Ей важнее сон, чем покушать. Но, ребята, именно возле киевского рынка, получается, все же видно, что была война. Вон там вот немного дыры, немного разбито, но все же более-менее район вообще целый, все идеально. Сейчас мы с Максимом и с Денычем приехали на 66-ю школу. Здесь очень много строителей, вот машины стоят, люди тут... В основном строители здесь приехали. А вот новые дома, они еще не заселены. Но может мы сейчас там кого-нибудь встретим и спросим, как в этих новых домах. Здесь вот такая свалка из машин возле 66-й школы. Видите, их тут спрессовали, короче, в одну кучу. А потом, наверное, будут вывозить. Улица называется Кафайская, 37. Тут знак, что он типа не больше 10 километров в час можно ехать. Так, это дома, это школа. Денчик идет с Сашей. Я гоню быстро, не подъедешь близко. Это мы на машине. Это что за аппарат? Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А вы с этого района, нет? А вы тут живете, да? А, уже заселили сюда, да, люди? Ну, я сам там живу. А, не в этих домах, не в новых, да? Нет.
А то есть, ну, тут еще никого не заселяют, да? Не, заселяют, живут уже. Уже живут, да? А, ну, может, ладно, кого-то встретим. А то мы хотели кого-то встретить тут. Ребята, вот такие совершенно новые домофоны, я таких никогда не видел. Набираешь номер, нажимаешь позвонить, или у тебя есть карточка, которой ты просто открываешь подъезд. Не ключ, а карточка. То есть, ну вообще придумали, классно. У нас здесь открыто, и мы сейчас пойдем внутрь. Да. Куда идти? Пошлите посмотрим хотя бы так. Сейчас вот это печки электрические. Это печки? Нет. Какой хороший вид открывается с окна подъездного. Смотришь, тут можно с соседом пообщаться. Вот там вот тут за ребенком посмотреть, как он гуляется. Здравствуйте. Здравствуйте. А вас канал, как зовут? Канал Галерея Лайф, Камбус Реальные Истории. На том самом, на телеграфе Мариуполь пока все не просто. А, ясно. А мы прогульщики. А мы, вот я Максим, знаю, Денис и Александр. Ну, вот здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. Вот мы так, бабушка не фотографируют. Хорошо. Все. А мы тут хотели поснимать, жители хотели встретить, никого не встретили. Нас уже вторые, четвертые уже снимают. А, там мы мимо проходим. Мы уже ясно. Без конца и края тут. Подобные видео про дома, про интервью снимают, я так понял, уже очень много людей. Поэтому уже даже та бабуленька сказала, ой, вы меня уже достали со своими съемками, все здесь. Вот, говорит, вы уже десятые. Поэтому мы же снимать интервью не будем ни с кем здесь, кроме бабульки, мы тут никого не встретили. И поехали мы дальше. Ребята, сейчас мы находимся по адресу Лавицкого, 8. Приехали к дяде Лёше, мы его встретили, когда он перевозил свои старые вещи с сгоревшей квартиры. Он сейчас, я так понял, живет здесь. После войны у него он плохо ходит. Мы ему тут скупились. Кофе, чай, ряженка, там колбаса, напиточек. Сейчас пойдем проведаем его. Рексона, отмажь подмышки. Да. Во-во-во. Проходите, ребята. Здравствуйте. Это вам. Привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Вот, у нас молодая организация. Там, вот вам. Кофе там всякое такое. Ой, спасибо, ребятки, спасибо. Будете да? кушать, пить. Дай Бог вам здоровья. Бритва будете бриться. Вот. Ну, хоть 8 марта прошло, 23-е прошло, считай, с 23-м. Ну, вот. Спасибо, зайки, молодцы, ребят. И нечего вас угостить, конфеты. Да нас не надо угощать. Да, у нас полно. У вас тут гитара есть. А это никто не понимает, а? Что? А вот это что-то не работает, тут этот. Коля. Ага. Его пальцем толкани. Да нет. А, я понял. Это ж получается от блока питания. И он перестал работать, потому что тут напрямую подсоединили провода к блочку. И он не нужен. Его все, он не нужен. Вот, вот так оно работает. А ну, включи телевизор. Вот это. Это? Вот и все. Сейчас в моих руках 1500, и мы их даем дяде Леше на Т2 приставку, чтобы у него было не вот это безобразие, а нормальный телевизор. Все, спасибо, ребятки, спасибо большое. Дай Бог вам здоровья. Все, не плачьте. Да все, не могу я вот это нищетой заниматься. Я стою на водонапорке на крыше. Дэн, ты где? Дэныч, страшно. Зато море красивое. Очко вот такое стало. Да? Не бойся, ладно. Отлично. Ой. Ты что это было? Ты зачем? Да я не знаю, я тебя держал. Ты приземлился, ты понимаешь? Ты бы если бы встал, тебя все назад унесло. Не, я, короче, понял все это. Я вот, я бежал и типа вот так. Вот, ребята, видео подходит к концу. В таком прекрасном месте мы находимся сейчас в Милекино. А с вами были прогульщики Максимка, Дениска и Сашенька. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Pieces left uncovered. I'm thinking about four leaf clovers. I've got compassion.